также будет непросто сдержать, но завтра, я думаю, нас ожидает совсем другая игра, совсем другой матч, и там уже будет настоящая битва. Арбитр матча назначает 11-метровый, очень странно, как мне показалось. Наш игрок сыграл мяч, но тем не менее, как говорится, главному арбитру виднее. А второй 11-метровый в матче, и вновь мы верим в Глеба. А между тем в составе Уфы произошла замена. Появился на поле Артем Егоров. И удар, и по центру пробивает на этот раз Александр Ломовицкий. И... доводит счет до очень крупного. 0-5 впереди гости.